Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». Рабочая неделя подошла к концу. Самое время настроиться на интересные и захватывающие выходные. Куда сходить и что посмотреть в Самаре, я расскажу прямо сейчас. 8 декабря в ДК «Победа» пройдет концерт «Историческое единство народов города Самары». Для зрителей выступят представители национально-культурных центров нашего города, вынужденные переселенцы из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Программа мероприятия будет состоять из двух блоков – концерта и спектакля «Дружная ярмарка». Зрители познакомятся с историей людей, которые принимали участие в развитии и становлении города Самары. Все они разных национальностей. Также в рамках концерта выступят 7 национальных творческих коллективов. Начало 18:00. Вход на мероприятие свободный. В детской картинной галерее открыта для посещения выставка «Клотты и Щербачевы. Семейные портреты на фоне города». На ней вы узнаете историю семей, сделавших такой большой вклад в исторический облик Самары. Вы увидите подлинные предметы, фотографии и документы из семейного архива Щербачевых, музейных фондов, Центрального государственного архива Самарской области. Также вы сможете пройтись по самарским улицам, на которых в образах горожан выступят куклы Ольги Бакановой из новой коллекции, которая так и называется «Город и горожане. Типажи из разных самарских сословий начала 20 века». Музей работает ежедневно. Выставка будет открыта до 17 марта. Не пропустите! Совсем скоро мы начнем поздравлять друг друга с наступающим Новым годом. В Самарском литературном музее предлагают подготовиться заранее и сделать своими руками праздничную открытку для друзей. 9 декабря пройдет уютный вечерний мастер-класс, на котором вы сможете пообщаться с близкими по духу людьми, узнать что-то новое и унести с собой сувенир, сделанный своими руками. Начало в 16:00. В воскресенье театр «Самарская площадь» приглашает зрителей на спектакль «Правда хорошо, а счастье лучше» по пьесе Александра Островского. Юная и богатая Поликсена влюблена в нищего правдолюбца Платона. Бабушка Поликсены против этого союза, но в финале возлюбленные воссоединяются, несмотря на все препятствия. Это веселая, смешная и мудрая история о том, что счастье есть и что есть в наших душах способность быть счастливыми. 10 декабря, начало 18:00. На этом у меня все. Выбирайте то, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.